Как всегда, старый Симеон пришел к храму с рассветом. Спаситель должен появиться здесь буквально со дня на день. Может быть, сегодня? С этой мыслью он живет уже много лет. Давным-давно Симеону было известие. Он не умрет, пока не увидит Спасителя. Весь Иерусалим знает об этом. Некоторые специально приходят посмотреть на старого праведника, а заодно обсудить новости. Симеон не вмешивается в разговоры. Он ждет. Симеон устал ждать. Устал жить. Слишком много зла, подлости, кощунств видели его глаза. Но Господь не дает им закрыться. Стояла молодая женщина, прижимая к себе новорожденного. Мужчина покупал жертвенных голубей. Ничего особенного. Молодая семья пришла принести в храм жертву, как и положено при рождении первенца. Но Симеона вдруг что-то толкнуло изнутри. Дождались. Таким старого первосвященника не видел никто. Вокруг него стали собираться люди, но Симеон никого не замечал. Протянул руки. Юная мать доверчиво отдала ему ребенка. Господи, ты не отпускаешь раба твоего. Ибо видели очи мои спасение твое, который ты уготовил всем народам. Ребенок смотрел на него и как будто внимательно слушал. Симеон отдал ребенка матери, закрыл глаза и побрел сквозь толпу. Он хотел, чтобы последним, что он увидел в этом мире, были глаза Спасителя.